Здравствуйте, в эфире программа «Городская среда». Среди терминов, определяющих особенности использования земельных участков, есть и такое понятие, как «земельные территории общего пользования». То есть территории, где имеют право находиться все граждане, без специальных разрешений и допусков. Более того, они могут не только находиться там, но и эксплуатировать различные объекты на участке. Как правило, это спортивные детские площадки, установленные городскими и сельскими властями. Места отдыха, оборудованные скамейками, беседками. Это могут быть дворовые скверы и даже водоемы, но именно эта территория общего пользования вызывает больше всего споров и конфликтов. Именно на такие территории охотятся те, кого сегодня предлагают называть черными застройщиками. Почему в противостоянии простых кишиневцев и тех, кто буквально крадет их жизненное пространство в проигрыше горожанин, разбираться в этом нам помогут депутат парламента от ПСРМ Григорий Новак и муниципальные советники от партии социалистов Динарий Кожакару Александр Одинцов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, буквально, смотрите, я назову несколько адресов, по которым выезжали мои коллеги именно вот по этому поводу, что на территории, которые всегда были использованы в качестве мест отдыха горожан, вдруг начинают появляться заборы. Московский проспект 2, улица Николая Демо 7/3, улица Олега Руссо 7/2, проспект Алба Юлия 2. Вот за последние несколько недель буквально регулярно упоминались в новостейных информационных лентах и в наших репортажах. И в связи вот с намерением ряда застройщиков начать возведение многоэтажек там, где, в общем-то, представить себе очередную многоэтажку трудно. Кишиневцы возмущаются, но может ли это означать, что что-то изменилось в Кишиневе, а именно чего-то кишиневцы не знают? Поменялось правило землепользования. Может быть, кишиневцам теперь это уже не принадлежит. И почему сценарий всегда один и тот же? Забор, техника, люди в камуфляже. Вот кто захочет первым ответить на этот целый ряд вопросов? Александр, давайте начнем с вами. Уже, так сказать, пойдем по порядку. Станислав, уважаемые зрители, схема происходит следующим образом. Мы не раз об этом говорили. Почему наша фракция партии социалистов в муниципальном совете, мы взяли на себя смелость и сделали принципиальное политическое решение, сделали декларацию, о которой объявили, мы не голосуем за земельные вопросы. Особенно, если это касается экономических агентов. Исключение идет приватизация, аренда земельных участков под домами частных лиц. Ну, если это частный дом какого-то человека и нет никаких вопросов, мы делаем исключение в этом плане. Что касается экономических агентов или изменения градостроительных планов, мы не голосуем за эти проекты. Потому что все проблемы начинаются именно здесь. И дальше, если брать вот с прошлого совета, 19 мая 2015 года, когда наш кандидат Ион Чабан за ухо взял того мальчика, который называл себя мэром 10 лет, пытался называть себя мэром, и взял за ухо, тогда было проголосовано около 800 земельных вопросов. Лапакет. Оптом практически. Оптом. Более 800 земельных вопросов. И вот мы те 800 вопросов, мы до сих пор пожинаем плоды того голосования. К сожалению. К сожалению, жители города не совсем вникли в суть, каким образом работают советники определенных фракций предыдущего состава. С другой стороны, они не могли наблюдать, потому что не было онлайн-трансляции, и это вина также предыдущего состава совета. В этом составе совета мы, фракция социалистов, мы внедрили онлайн-голосование, онлайн-трансляции всех заседаний муниципального совета раз, онлайн-трансляции всех комиссий муниципального два, для того, чтобы зритель, для того, чтобы кишиневец мог определить и увидеть, кто и как, каким образом голосует. И сейчас происходит следующая картина. Предыдущее решение, если какой-то экономический агент, благодаря коррупции, благодаря связям, благодаря еще каким-то вещам, в некоторых случаях, в принципе, на законных основаниях, получил в аренду либо в собственность участок, он запрашивает у архитектуры градостроительный сертификат, проектирует, что он хочет. Как правило, проектная документация противоречит регламенту, градостроительному регламенту города Кишинева и генплану. Ну, за это, наверное, дается определенная мзда, мы не знаем. К сожалению, в этом плане по большому количеству заявлений, это, наверное, около 150 или более 200 даже, в цена, когда мы подавали на тех, кто подписывали авторизацию и градостроительный сертификат, мы получали отписки и никаких уголовных процессов не было. Дальше делается проектная документация, получается авторизация, устанавливается забор, и после этого граждане видят опаньки. Приехали. Приехали, стоит забор. И дальше мы выясняем, а почему этот забор стоит?
оказывается, выдали какую-то авторизацию. А какая это авторизация? Информационное панно в 90% случаев никто не вывешивает. И дальше начинается борьба. А есть вот, я думаю, что товарищ депутат Гриша, он разъяснил, есть сроки опротестования. К примеру, административный акт можно протестовать в течение 30 дней со дня его опубликования. Если авторизация выдана, ее поздно обжаловать, потому что 30 дней уже прошло, она действующая. И застройщик считает, что у него есть законные основания для проведения строительных работ. Точнее, нет никаких оснований протестовать и остановить это законным способом. В большинстве случаев, да. И когда мы изучаем целый пакет документов, то есть сначала происходит как? А. Мы видим забор. Б. Мы узнаем, елки-палки, а что происходит? А что за забор? А чей забор? А кто строит? А кто бенефициар? Потому что может быть часто собственник один участка, там фирма «Рога и копыта», которая заключила подряд на строительство с фирмой «Хвост и вымя», там, неважно, там, так. И мы выясняем, а кто получал разрешительную документацию, есть разрешение забора или нет, а есть авиз экологов или нет, а есть авиз пожарников или нет, есть ли авиз от санэпидемстанции или нет. Если хотя бы один из этих документов нету, тогда это есть повод написать в полицию, в прокуратуру, в ЦНА с возбуждением уголовного дела превышение должностных полномочий как минимум при выдаче авторизации. Потому что тот, кто выдавал авторизацию, не имел права выдать ее без наличия определенного пакета документов, который требуется согласно законодательству. И в большинстве случаев ЦНА, государственная инспекция в строительстве, которая обязана и по компетенции, она компетентно рассматривает вопросы в этом строительстве, также экологическая инспекция во многих случаях, инспекция труда вообще игнорирует многие наши заявления, то есть все эти государственные инстанции недееспособны. Они формально не выполняют свой служебный долг, то есть не исполняют свои обязанности. Свой служебный долг. Более того, мы получаем такие отписки, но абсолютно абсурдные. К примеру, бывшего главного архитектора по одному из авторизаций, по моему заявлению в ЦНА, который я написал, его сразу надо было сажать за мошенничество, за подделку документов и так далее. Ну вот смотрите, Московский проспект, дача 2, это 16-этажка. По закону строительства пристроек к многоэтажному зданию выше 5 этажей без общего комплекса согласования по закону о жилье 2015 года четко написано «запрещено». Там уже есть пристройка. И вот они получили авторизацию пристройку к пристройке. Но в авторизации они не пишут пристройка к пристройке. Они пишут систематизация жилого помещения в целях улучшения координации. То есть нету слова пристройка. И этим основанием они считают, что они обманули закон. Великий могучий язык. Да, могучий язык может привести другую аргументацию и так далее. Этим основанием, но тем не менее, в законе четко указано, это пристройка. Запрещена. Прокуратура начала рассматривать уголовный материал, не уголовное дело, и отказала возбуждение уголовного дела. Почему? Бог его знает, это только прокурору и его совести понятно, почему это не было сделано. Ну вот у меня тогда вопрос, Григорий. Смотрите, буквально накануне наши журналисты выезжали на такой зов о помощи с жителей Рыжкановки, которые снимали даже, как происходит спил деревьев, как практически осуществлялся захват территории общего пользования в чьих-то личных интересах. Вот. Что в этих условиях могут кишиневцы предпринимать, кому обращаться? Как можно юридически защитить себя, на практике защитить себя от таких самозахватов бизнесменами на территории общего пользования? Станислав, я хочу вам сказать, что вот на сегодняшний день, исходя из тех реалий, которые есть, в том числе и законных реалий, несколько лет тому назад, вот когда Совет начал активно голосовать за земельные участки. Подобные действия происходили в том числе и в парламенте. И начали менять закон. Начали менять закон, в том числе закон номер 163 о разрешении выполнения строительных работ. Я, и не только я, и мои коллеги, мы тогда критиковали и предупреждали, что вот начнется беспредел. К примеру, я приведу простой пример. Что у нас на сегодняшний день? К примеру, если вот такой умник находится и где-то во дворе поставил забор,
а до этого ему дали в аренду земельный участок, да, он обращается в мэрию. Пишет заявление, чтобы ему выдали авторизацию на строительство. До этого он делает сертификат урбанизма и так далее. К примеру, мэрия не согласна и не выдает ему авторизацию. То если в течение 10 дней не выдает авторизации, она считается как бы полученной. Или другим путем. Идут через суд и как бы обязывают примарию. Но это в идеале. В практике происходит немножко по-другому. Как правило, вот таких публичных слушаний не проходят, что там будет, какой там объект, позволяет инфраструктура, не позволяет, загружают транспортные артерии, не загружают. То есть уже все просыпаются, когда что-то там происходит. Кто-то уже пилит деревья, ставят забор и так далее. Под утро. Александр прав, когда говорит, что вот плоды того голосования, где голосовали в том числе советники от ПКРМ, в том числе либеральные советники, 800 вот этих проектов решения, как говорят они, лапакет, потому что там вообще никто не обсуждал. Там советники вообще не имели представления, где находится этот участок, что за участок. Наши какие советники, проблемы могут последовать, да, за наши советники, вот социалисты, в том числе вот, мои коллеги Одинцов и Кожакаров, они выезжают, вот хорошая у них практика, они выезжают на место, только увидели, что зарегистрирован какой-то проект решения, они не только читают там проект, но выходят на место и смотрят, что там. Потом информируют фракцию, что там планируется, позволяет, не позволяет, есть деревья, нету деревьев, что говорят жильцы. То есть и вот есть этот контакт. Раньше это вообще не делалось. Я не говорю уже онлайн-трансляция, это уже вот сейчас появилось, когда уже наша фракция настояла на том, в Монсовете имею в виду, настояла на том, чтобы вот велась эта онлайн-трансляция. Фактически открытая площадка в стороне муниципальной совета. Совершенно верно. Вот эта мафия недвижимости настолько проникла везде, я имею в виду и в примарии, в том числе, и ни для кого не секрет, есть так называемая крыша и в парламенте, потому что, чтобы закон же меняли под них, чтобы вот эти незаконные действия были возможны. И когда вот идешь на вот эти скандалы, когда были на Димо, и не только, у них, оказывается, все в порядке. У них и авторизация есть, несмотря на то, что просроченная. У них есть и авторизация на сруб деревьев. И там даже никто не разбирался, что есть определенные виды деревьев, ну, которых очень редкие и нельзя. Входят там в какую-то красную книгу, или как она называется. Просто так взять и срубить. Да, просто так и срубить. Я не говорю уже о нормах безопасности, там, потому что я смотрел, тоже в прессе видел, когда в спешке вот срубали эти деревья, там стволы свалились на соседние гаражи, там машины в этих гаражах. Но все это делается для спешки, понимаешь? Вот для того, чтобы добиться результата, нужно сделать как можно больше работ. То есть, чтобы пройти в этом процессе точку невозврата и сказать, все, дальше уже мы заново все не посадим. А потом, вот для меня вот большой вопрос, это было в понедельник. Был там в Рио примара господин Кадряну. Он видел, какие намерения у этого застройщика. Вы имеете в виду адрес на улице Димо или где это было? На Димо, да. На Димо, да. Так он, он был еще в понедельник там. Олег Курсу? Да. Ну, там не Олег Курсу, там Димо, получается, юридический адрес. Он что, не мог в тот же день подписать приостановку этого строительства? Мог. Нет, он оставил. В тот же день те поставили забор, и ночью уже срубили деревья. И аж на второй день, когда уже жильцы там чуть ли не взяли штурмом мэрию, он говорит, да, хорошо, я там открою еще там вот пару какие-то официальные мероприятия, приеду, посмотрю и уже подпишу. Да, ну вот пока он, извините за выражение, тормозил, деревьев нету,
забор стоит. Понимаете, иногда вот бездействие где-то помогает, даже не нужно ничего делать, бездействие, абсолютное бездействие, помогает вот этим черным застройщикам. Да. И я видел недели две назад или недели три назад Национальный центр антикоррупции. Берут штурмом эту дирекцию архитектуры и урбанизма, задерживают, арестовывают, те возвращаются потом обратно на работу. Вообще, вот сейчас полная тишина, непонятно, ведется дело, не ведется, кто-то... Нашли ли они что-то противозаконное? То есть, поделились. Сколько мы этих случаев помним, что заходит антикоррупционный центр в примарию, и тишина потом. Как и в других случаях, я имею в виду, вот помните, задержали 12 судей, там, троих судебных исполнителей, там еще кого-то. На сегодняшний день что-то слышно? Нет. Абсолютная тишина. Недели две назад опять же задержали судей. Сейчас смотрим, что по чуть-чуть из изолятора под домашний арест, а потом чуть-чуть из под домашнего ареста вообще вернуться на работу. И все. Как шор. Абсолютно. И тут очень много вопросов. Но я хочу одно сказать. У нас где-то, да, мы социалисты воюем с ними уже несколько лет, но где-то силы неравные. Понимаете, когда несколько десятков таких проблематичных строек, и от них не знаешь, что ожидать. И начнут пилить в 2 часа ночи, вечером, как, к примеру, на Ле Крусо. Срубили 2 огромнейших дерева в 2 часа ночи. Мы что, должны дежурить по всему городу или ставить капканы, чтобы они не... Удивительно, у людей рабочий день как-то, в общем-то, планируется. Ну, видимо, пошли в ночную уже смену кто-то, да, там. И люди даже не слышали. Люди проснулись от того, когда уже дерево повалилось, понимаете? Потому что они не дружбой этой электрической, а вот этой ручной. Чтобы было тихо, люди спят, но люди уже проснулись от шума, когда... И все, все испарились. Я общался с сотрудниками полиции. Они говорят, ну, мы будем искать. Говорю, кого вы будете искать? Говорю, хотите, я вам подскажу, как надо искать. Куда следы ведут? Говорю, вот там, рядышком с этой стройкой, часто гуляет бездомный мужчина. Они, как правило, видят вот эти процессы. Лучшие свидетели. Лучшие свидетели, да. Говорю, попробуйте опросить. И оказалось, что да. Тот увидел сразу. Говорю, это чтобы мне надо было подсказывать, куда. Это я полицейский или вы? Ну, с одной стороны, полицейские хотят какие-то действия. Но там на месте, говорит, ну что мы можем сделать? Вот у них авторизация, вот он говорит, ну мы, с другой стороны, мы не специалисты в строительстве, чтобы сильно разбираться в этой документации. Звонишь в инспекции по строительству, тебе вообще невозможно вытащить из кабинета. Сначала говорят, да-да-да, вот мы сейчас полчаса еще заняты. И сейчас лишили еще функции. Да, и лишили еще и функции. У меня такое ощущение, что наши градостроители или те, кто занят, в общем-то, управлением города, иной раз не управляют, а изучают свой город вот на Google Map. Посмотрели, так, есть участок земли, вот, давайте его застолбим. Почему бы и нет? Не думаю так. Вот там целенаправленность идет. Говорите. Там другой сценарий. Сценарий очень простой. Значит, сначала находится объект, потенциальный объект для застройки. Это делают из нашей практики, из наших анализов те же работники примарии. Вот они нашли пару объектов потенциальных для застройки. Потом, ну что имеется, какой-то скверик присмотрели, да? Более-менее просторную площадку междворовую. Обычно ищутся площадки возле зеленых насаждений, но с прямым доступом к канализации, электричеству и к трассе. Чтобы не тратиться на инфраструктуру. Да, вот, пожалуйста, на Димо, и это один и тот же проект, как бы Димо и Пьяцца Унири 3. Это 200-300 метров от асфальтированной дороги, канализации, все остальное. После этого, как это сделано, и ищется потенциальный покупатель. Я на секунду прерву. Получается, вот люди живут и не знают, что уже приговорены. В будущем, через полгода, год, у них возникает вот такая расстрельная команда, которая строит заборы в камуфляже, охраняет. Более того, это делается, и они ждут 2 года. 2-3 года для того, чтобы в случае чего прошел термин... Срок исковой давности. После этого они начинают любые действия делать, никто им ничего не сделает.
при мэрии в то же время, оно ведь знает, есть и определенный план городостроения. Он старый, да, но там четко и ясно написано, где можно строить. И юристы первый, должны отстаивать это все. Естественно. Первый, кто должен в это вникать, это юристы, как отдел юристов из примэрии. Из наших, опять же, анализов мы видим, что да, типа примэрия подала в суд, но почему-то после этого она на суд не явилась. Естественно, далее выиграли те, которые появились. Либо мы узнаем, что какой-то сотрудник примэрии к этому участвует, или и уже идем по лестнице. Советники, депутаты и выше. К примеру, даже вот опять же повторюсь на тот адрес, который вообще-то нас и собрал сегодня. Это Димо и Пьяцца Унири 3. Это было предложено в 2015 году советником, нынешним советником от либеральной фракции Юрий Топалы. Это можно проверить, и аудиограммы, и видео. Практически градостроитель наш главный на данный сегодня. Момент, и тут и мы сегодня на днях еще один нюанс узнали. Оказывается, на приобретение, так скажем, техники для того, чтобы все, была визуализация совета, были потрачены деньги. И когда мы заходим в муниципальный совет, они есть эти камеры, но все камеры повернуты к стене. Они не работали более 3 лет. И в тот же прекрасный день деньги были потрачены. Два. Ввелась аудиограмма. Но был указ, что через каждые 3 месяца все это стирать. Да, то есть... Но нашлись хорошие люди, которые дополнительно вели эти записи. Архивировали, так сказать. Нет, дополнительно, потому что не было связи с примарией. Там все четко и ясно поставлено на место. Вот мы нашли этих людей, они нам дали эти аудиозаписи. Если говорить про Димо, то у нас есть и даже видеозаписи про этот же вопрос, который он прошел с 27 голосов. Но до нынешнего дня он не был просто подписан. Тут получается такая, даже вот повестка дня на завтрашний день. Есть вопрос, который мы 3 раза его исключали, поскольку он тоже ведет, ну, там идет земельная проблема. Кто-то хочет взять определенный участок земли, но у него он есть. Но он хочет бесплатно от примэрии. Мы даем аргументацию, он не проходит через муниципальный совет. На следующий совет он есть опять в повестке дня. Но в то же время у нас есть и вопросы земельных, обычных граждан города, которые сидят на полочке с 2007 года. Эти вопросы почему-то никак не могут попасть на повестку дня. Тут целая система, которая работает для кого-то целенаправленно. И если находится какой-то честный, давайте скажем, рабочий человек в примарии, поскольку они есть еще. Принципиальный работник. Да, ему по рукам дают. Ты не можешь это решить, это решают другие. Если говорить опять же про Димо, 25 числа, вот коллега не даст соврать, плюс я был с другим муниципальным советником из другой фракции, мы лично заходили к Кадряну и просили, говорили, будет проблема с этого, давайте мы его аннулировали, мы уже один раз это... Нет, я на повестку дня не поставлю, я подумаю, не знаю что. Вот, де-факто, в пятницу... Возмущение жильцов, жителей окрестных домов. Проверяю повестку дня, там нету нашего вопроса. Но, к сожалению, после того, как мы зашли по разным кабинетам, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, там быстренько начали ставить забор. Они поняли, что если они не успеют поставить забор и начнут определенные работы, чтобы зафиксировать уже эту... захватить за собой, плацдарм, говоря военным языком. И... То они пролетят в четверг. И вот они, поэтому и началось весь этот, я так назову его цирк, извините, потому что застройщиком ездит застроить. Более того, на завтрашний день я при совете покажу дополнительную бумагу. Сегодня не будем раскрывать все карты, чтобы наш, так скажем, черный застройщик не строил себе иллюзии. Но на бессонную ночь вы ему уже этим заявлением обеспечили. Будет ждать. Хорошо. Станислав, я хотел добавить вот насчет схем. Как они, вернее, одну из схем, как оно работает. К примеру, появляется вот черный застройщик, появляется интерес к участку. Он следит за аукционом, к примеру, да?
Примария, к примеру, выставила на продажу какой-то участок. Они, как правило, берут какой-то неинтересный участок. Там где-то на окраине города, где-то в сторонке. А стоимость земли там, естественно, дешевле. А там, если какая-то, не знаю, РЭПа, оползневая зона, то конкурентов нету. То есть он спокойно покупает этот участок. Потом ждет чуть-чуть, приходит обратно в прямую и говорит: вы знаете, я вот купил, оказывается, там да, проблемный участок. Нельзя, будьте добры, поменяйте мне этот участок, дайте другой. Говорит: ну хорошо, другой, а куда другой? Ну вот у вас есть там, к примеру. Через, то есть ему меняют этот, через некоторое время меняют этот участок на хороший участок. Там же стоимость, наверное, другая. Абсолютно. А пересматривается там, здесь, он должен доплачивать? Или космическая нет? Разница. Угу. Никто ничего ни за что не доплачивает. Бюджет ничего не попадает. Абсолютно. Юридический отдел, вот он видит все это, стоит и бездействует. То есть ему в этом случае вообще нельзя. Или в других случаях, то есть чтобы официально дать оценку, что, то есть показать, что что-то делалось, то есть подают какой-то иск. Потом не появляется в суд. А вот у меня вопрос, он мотивирован бездействовать или не мотивирован действовать? Вот. Нет, я думаю, что мотивирован бездействовать. Он мотивирован бездействовать. Давайте так, Секундочку, коллеги, я завершу мысль. Да. Потом они выигрывают этот суд, я имею в виду не местная публичная власть, примария, а экономический агент. Потом затихают на время, а это время они берут для того, чтобы перепродать 2, 3 или 4 раза вот этот участок земли. И уже конечный покупатель, он получается, что по закону добросовестный покупатель. И уже к нему с юридической точки зрения уже иметь претензии. То есть он даже в список черных застройщиков. Да, даже он не входит. Там целая, что, вот, ну, вот целая виноват, схема. Типа. И он в любой момент... Послушайте, я купил, я же не украл его, вот я купил у этого человека, у этой фирмы, какие проблемы. Вот чем они мотивируют. Потом идут в примарию, следующий этап, они идут, подают, чтобы им выдали документы, там опять же начинается система... Демотивация. Начинается мотивация, им выдают все документы. Как и в случае, вот, к примеру, с Димо, люди, вы знаете, как узнали? Те вообще, вот один из жильцов, который там рядышком живет, пошел на какая-то, была какая-то экспозиция на Молдэкспо. И там вот разные строительные красивые фирмы. Красивые проспекты они показывали. Да, ну, по крайней мере, Григорий, мне так сказали, как он узнал. Мы рассказали. Буклетик. Мы рассказали жителям Димо. Значит, я вот вкратце пишу три схемы буквально. Вот Димо похоже с другой так, схемой. Дополнительно к тем, что уже... Да, ну, вот, схема, как начал, я просто, может быть, уточню детали. На Лермонтово, это за Южным автовокзалом, чтобы вы понимали, границы участка, начинается кукуруза, начинаются виноградники, все, периферия Кишинева. Человек получает право аренды на этого участка, через какое-то время приходит, в 2014 году запрашивает примарию обмен этого участка. Он получает официальный отказ, потом сотрудник земельного управления уговаривает директора фирмы, который получил отказ на обмен участка, купить эту фирму, покупать ее на собственного брата. Дальше подготавливается проект решения, который в повестку дня приложил господин Топал. Меняется один плохой участок, которые оценили 2000 евро сотка на основании фальшивой оценки, на два хороших участка. Это в Пьяцца Унири 1, чуть-чуть выше Флакеры, во дворе 16 этажки, который идет полукольцом, и Димо 7/3. Там 24 сотки Димо 7/3, Пьяцца Унири это 15 соток. То есть один участок поменяли на два хороших участка с такой же оценкой 2000 евро сотка. А дальше и по одному договору, по одному участку и по другому участку заключается договор на строительство. И там получается 16-этажное здание. И вот когда возле Флайкера попытались строить забор, мы узнали об этой схеме, стали расследовать с бывшим нашим коллегой господином Филипповым, подали в ЦНА, мы решили не выдвигать огласки наше расследование. И когда, то есть
система работает, понимаете, когда никто не знает, чьи интересы затронут. То есть мы получили, было уголовное дело, мы получили ответ прокурора антикоррупции о том, что это незаконное решение, что необходимо аннулировать, запрос в госканцелярию об аннулировании данного проекта решения. Юристы примарии 3 месяца ничего не сделали. После этого срока мы сами подготовили проект решения об аннулировании этого мошеннического решения муниципального совета об обмене одного участка на 2 плохих. И тут мы сделали пресс-конференцию, и тут начались волшебные действия. Первое, мы не смогли, к сожалению, в совете набрать голоса и аннулировать это решение. Диденко не подписал это решение. Раз. Потом через какое-то время мы получаем с прокуратуры ответ, что уголовное дело закрыто. Да еще одна точно такая же... На основании чего? А непонятно на основании чего. То есть закрыто. Тут 100% мошенничество, 100% фальсификация оценки. То есть здесь человек 10 минимум можно было посадить. То есть ту фирму, которая занималась оценкой, этого сотрудника земельного управления, его брата, на которого записана фирма, того, кто предлагал в повестку дня, это все целое, это мошенничество. Вы знаете, мест в тюрьмах нет, переполнено, вот решили... Дальше, следующее, это также знаменитый адрес Спитару 27, по которому был огромный скандал и так далее. Этот же адрес, точно такая же схема. На Море Драган было 1,5 гектара земли, это там, где сейчас предлагается сделать смотровую площадку, там все влюбленные знают. Вот эти 1,5 гектара земли арендовала фирма брата бывшего претора Рыжкановки, члена либеральной партии. Вот. Этот плохой участок, потому что он под уклоном и так далее, он предложил, попросил поменять, потому что, видите ли, там сложно строить. А когда он покупал, он не видел эту сложность. И вместо этого 1,5 гектара ему дали 4 хороших участка. Один на Спитару, один на Мирчелбетрен за Виеру и один в аэропорту, там, где уже построен магазин Линелла. То есть вместо одного плохого участка ему дали 4 хороших, ну там еще один маленький участок. И я специально заказывал бирже Ларе приблизительную оценку. Так вот, город потерял минимум 7 миллионов леев. То есть сумма 3 хороших участков на 7 миллионов леев больше, чем пишем заявление в прокуратуру. Прокуратура отказывает. Это что, они нерадивость? Прокуратура отказывает. Знаете почему? Ну, обоснование там, конечно, идиотское. Но потом нам говорят, что сын этого экономического агента раньше работал в ЦНА, сейчас работает, по-моему, в экономической полиции, Чекан или какого-то там района. Ну, что? И это дело закрыто. Вот, к сожалению, вот у нас получается вот таким образом, и воевать вот с мафией Мбляра получается в самом начале, когда нет арендных отношений. Именно поэтому мы призвали не голосовать за земельные вопросы, поэтому мы отказываемся голосовать по этим вопросам. Каждый вопрос мы рассматриваем, и жителям Кишинева хотим сказать, вы знаете, вот по... Это точно такая же схема еще идет по аукционам, вот левым аукционам, когда мы в декабре, в январе 2016 года с господином, тоже с Филипповым, еще с несколькими коллегами предотвратили один из левых аукционов, вот больше 50 участков были украдены у города, в том числе и возле ДИМО 7/3, но уже перед домом 20 соток. Также украдены у суду. И генеральная прокуратура, я не знаю, чем они занимаются, но аресты по многим участкам сняты. И вот давайте просто перечислим, по которым снято. ДИМО 31/7. Арест снят. И в любой момент ДИМО 33/2. Арест снят. Ждите заборы. В любой момент, мы там установили детскую площадку, тут прибегают эти собственники, говорят, мы добропорядочные собственники, что вы на нашу территорию поставили детскую площадку? Я говорю, нам планом Пласария притура дала. Дача за домом номер 5 с нижней стороны. Также может возникнуть строительство. Это развилка треугольник, когда Папан Халипа и налево на Льва Толстого, напротив бассейна госуниверситета, тоже арест снят, и мы сейчас узнаем, вот я недавно получил информацию, что дали градостроительный сертификат на строительство заправки. Вот на этом вот на этом углу скверике, я сейчас дал запрос для того, чтобы получить документы. Подождите, как так? Этот участок украден у города. На 3 фамбалта 50 соток, арест снят. Ребята, чем генеральная прокуратура занимается? Я на тот участок попросил нашего депутата дать запрос Трендефилу 33/2, где мы поставили детскую площадку, дать запрос, а чем же занимается прокуратура? Прокуратура нам сказала, вы не имеете права вмешиваться в уголовный процесс. Потому что мы не являемся фигурантом. Депутат не имеет права. Депутат не имеет права получить информацию, почему у города украли
около 50 участков. Это тот же миллиард. Ну вот смотрите, если получается, что в этой борьбе, ну, такой элемент донкихотства, и устраняется прокуратура, устраняется, то есть чиновники уже погрязли в каких-то коррупционных схемах. И спасти город сложно в такой ситуации. Может быть, суды еще. Да, суды там же. Может быть, стоит попытаться идти путем, ну вот, например, формировать какие-то списки вот этих черных застройщиков, то есть портить репутацию бизнесменам, именно тем бизнесменам, которые портят репутацию нашего Кишинева, который превращается в Шанхай 30-х годов прошлого века. То есть, может быть, еще и такой использовать элемент борьбы с ними? Такой вариант я тоже слышал, только чтобы вы знали. Я лично знаю уже в лицо. Вот чтобы у них не покупали квартиры. С 2011 года, сколько мы с ними воюем, с 2011 года, ну, активно воюем, я уже этих экономических агентов знаю в лицо практически всех. Только вот за ними числится уже энное количество фирм. Одна фирма строит тут, другая строит там, и они постепенно появляются. То есть, если фирма замешана в каком-то скандале, к примеру, медийном, да, вот... Антирекламу получил. Они за ночь регистрируют себе другую. То есть, это для них вообще не проблема. Другой вопрос, если... обезглавить эти фирмы, да, то есть нужно конкретно сажать некоторых индивидуумов. Вот тогда я думаю, что будет результат. А так я просто вот на последних стройках я уже смотрю, уже другие фирмы в документах фигурируют. Кто застройщик, кто бенефициар, кто вообще. А лица одни и то же. Да? Я более того скажу, если сделать. Китайских прокуроров надо пригласить. Если сделать маленький анализ просто, вот распределить участки, которые были выиграны через суд, где суд типа обязал примарии, чтобы... Да, и сделать маленький анализ. Какой судья дал выигрыш этому казусу? Быстренько мы узнаем, какие из них причастны к этому. Раз, два. Если сделать обычный анализ из рабочих примарии, которые не шли на определенные судебные процессы, мы быстренько узнаем, кто в это погряз. И после этого сделать анализ, какие за ними или где они живут, мы быстренько опять же узнаем, откуда у них такие дома, откуда у них такие машины. При том, что и там меняются постоянно рабочие. И в прокуратуре меняются постоянно рабочие. И в примарии постоянно. Но те должности, которые, так скажем, с моей стороны выгодны, они почему-то не меняются. Они царьки. Вот один в прокуратуре царек, другой там где-то в суде, третий в местной власти. Они между собой находят общий язык, а остальные граждане страдают. Потому что, как говорил коллега, никто не следит за тем, а где будут эти люди потом парковаться. Более того, мы в 2015 году сделали проект Дидичизи, где мы не разрешаем абсолютно никакой заправки возле зеленых насаждений. И через пару месяцев мы узнаем, что через суд выигралась площадка возле Алунела. Еще через определенное время заправка Бемол возле цирка. При том, что судья видит все это. Нет, кому-то это рентабельно, кто-то на этом наживается. Если мы не посадим, если мы не сделаем полностью изменения в прокуратуре во всех этих областях, которые должны вообще-то защищать интересы граждан, у нас не будет никакого результата. Да. И опять же, если мы не станем, местные власти, государство не станет тем лицом, которое заинтересует рабочих, то их постоянно будет заинтересовывать определенный экономический агент. Ты даешь ему 7 тысяч зарплату, 5 тысяч лей зарплату, я ему дам 20 тысяч только за один участок. Естественно, у нас вот есть коррупционная схема. И опять же, я не хочу кого-то защищать из этой зарплаты. Если ты знаешь, что тебе эта зарплата
никак не покрывает твои расходы, оставляй работу, есть другие рабочие места. Но, к сожалению, они знают, что потом их никто не будет ни за что, так скажем, дисциплинарно, либо хотя бы по закону наказывать, вот они и остаются в этих должностях. Вот если мне вы помните нюанс мысль, маленький. Да. Помните, у нас было в примарии ответственное за юридическую часть отделение Гурская. Диана Гурская. Когда мы начали расследование насчет строя, который через дорогу от мола, вот она поняла, что там горит. И она подала в отставку. Если нет, она бы до нынешнего дня там была. А там, мы запомним, там три больших дома. И по рассказам рабочих с примарии, изначально там был маленький участок в одну сотку, где было маленькое помещение для того, чтобы тот человек мог держать там инструмент. Они скупили это, и возле него вот... Вот, ну, представьте, одна сотка, и там у нас больше, мне кажется, 2 гектаров. Вот постепенно застроились. И там четко и ясно были материалы показаны для прокуратуры, чтобы кто-то сидел. Но опять же, мы узнали, кто-то из родственников работает в прокуратуре, кто-то в ЧНИА, кто-то в парламенте даже из ее родственников. Все затихло, все хорошо. Давайте еще раз скажем про то, сколько у нас обысков было в примарии. Сколько из этих... Кто сел вообще? Кто куда? Кто сел? Какое-то уголовное дело видел? Зачем сел? Кого уволили? Никого не уволили. Нам что остается думать? Что они только взяли их, они поделились схемами. Идите обратно работайте, делитесь с нами схемами, мы вместе будем дружить дружно. Да. Ну, смотрите, вот одна мысль, мне кажется, прозвучала достаточно ярко. Это о том, что, ну, конечно... Должны существовать схемы. Вот не так давно мои бывшие коллеги отпраздновали День милиции. Хороший праздник. Так вот, тогда бы существовала практика формировать схемы, где прямо фотографии клеились, куда ведут пути взаимоотношения этих людей. Сегодня, наверное, у правоохранителей есть такие же схемы. Где-то они очень сильно хранятся глубоко. И главное всему бы этому дать публичность. И вот, мне кажется, это один из тех моментов, которые, ну, при всей своей, будем говорить, непробиваемости, неприкасаемости, личность, которая занимается вот таким видом деятельности, она все равно опасается публичности. И вот когда такая схема публикуется, когда об этом говорят открыто, когда фамилию твою спрягают, когда ты понимаешь, что рано или поздно меч Дамоклов упадет на твою шею, тогда, возможно, что-то меняется. Знаете, но да. Тут нюанс маленький. Я вам сказал вот по поводу вот Димо 7.3, когда мы придали публичности и предложили проект об аннулировании, наоборот, стали действовать тайные силы, каким-то образом работать, заносить мешочки, кошелечки, кредитные карточки, и уголовное дело было закрыто. К сожалению, кстати, этот сотрудник... Надо было включить эту публичность и тех людей, кто закрывал уголовное. Этот сотрудник земельного управления, он был позже арестован по другим делам, однако он также был освобожден и продолжает работать. Арестовали там, где он не делился, я так понимаю. Наверное. Я считаю единственно возможным, ну, во-первых, активизация гражданского общества. Есть отдельные представители. И мы завтра на заседании муниципального совета предложим проект решения, который обещал наш кандидат Ион Чубан. Это создание строительной группы, в которую будут включены как представители всех фракций муниципального совета. Мы предложили 5 представителей гражданского сообщества. Мы предложили одно место для представителя избранного примара господина Настаса. И если он изъявит все-таки действительно бороться с мафией Мбеляра, а не как он просто декларирует и ничего не делает, к сожалению, также представителям ЦНА, Генеральной прокуратуры и Госстроинспекции. Вот мы надеемся, что наши коллеги одобрят для того, чтобы эта постоянная группа занималась. Ну а самое главное, уважаемые зрители, это необходимо, чтобы здоровые силы в парламенте, новые силы, которые будут на следующих выборах, при изменении законодательства, только тогда можно будет навести порядок. Задача власти – быть не посредником, быть медиатором между экономическими силами и жителями в пользу жителей. И так создавать экономическим агентам возможность развиваться, но так, чтобы это было выгодно для самих жителей. Да. Подводим итог, да, Динарий. Если очень позволите, коротко, насчет, вы говорите, что это нужно медийно все делать. Все правильно. Но сколько раз наши коллеги, вот, к примеру, товарищ Одинцов, к примеру, я, либо
Гриша Новак, мы давали интервью разным телеканалам, да тот же ПРО-ТВ, журнал, по 7, по 8, по 15 минут на каждого. Но вечером почему-то мы не видели этих новостей. Ну, значит, этот резонанс только выходил от определенных каналов, которые не боятся этого, и от общества через определенные, ну, Facebook, там, Instagram, где люди выражают свое недовольство. Я призываю людей, есть возможность показать какой-то материал, не боитесь, мы поддержку дадим. Мы дадим и юридическую, и практическую. Главное сплотиться перед этим. На нынешнем день злом это стройка. Завтра будет детский сад снесен, как и были уже. Потом школа. Мы останемся ни с кем в этой стране. Есть возможность сделать вместе хорошие вещи. Давайте делать. Гриша, ваш маленький... Действительно, Станислав, тут нужна и требуется активизация самих граждан. То есть, если надо будет сплотиться, вытаскивать за уши всех чиновников из кабинетов, потому что до них дозвониться это нереально практически. И на сегодняшний день юридически вот эта мафия и мобиляры чувствуют себя очень комфортно. И те плоды, то есть те заготовки, которые у них есть, им хватает еще на долгое время вперед. Другой вопрос, если они это успеют. Но то, что нужно менять в корне ситуацию и менять полностью власть как на центральном уровне, так и на местном уровне, это 100%. Спасибо. Спасибо за этот разговор. Будем продолжать дальше следить за тем, как формируется городская среда в столице и не только. И будем вас с удовольствием звать в нашу студию. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». Будем формировать городскую среду так, как нужно самим горожанам. Встретимся ровно через неделю. Всего доброго.